На нашем телеканале стартует рубрика «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова сегодня, узнала Анастасия Куклева. Нового? Учимся. Второй семестр. Что у меня может быть? Жизнь новая. На сессия. Свадьба сына. Ходила в театр недавно. Посмотрела «Частную жизнь». Вот сегодня узнала, что сегодня день Волги. Вот это новость для меня. Я учусь водить машину. В Стамбул недавно ездили. Тренажерку записался. Поменяла паспорт, мне теперь 45. Правильники начали говорить. Новую работу нашла. Попытался купить кроссовки, но моего размера не было. Блин, ну вот сегодня кровь сходил, сдавал. 22-го встречаюсь с Казарновской. Это оперная дива. Собираюсь ехать в монастырь. Задумалась о своей жизни духовной. Открыл для себя такого художника, как Сальвадора Дали. Величайший псих.